книга «Открытым оком», том 1, вопрос 52. Тема молитва. Если муж и жена верующие, то как им лучше молиться, вместе или отдельно каждому? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Молитва всегда должна совершаться вместе, особенно утренняя и вечерняя. Матфея 18:20. «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Если оба в семье верующие, это уже домашняя церковь, нашу молитву можно сравнить с ручейком, текущим по пустыне жизни. Через несколько шагов он обычно иссякает, но если ручейков множество, то получается мудря в каракумах.